Ребята, всем привет. Подъезжаем к станции Сызрань. Только что проехали станцию Сызрань. Сызрань первая, да? Сызрань город. Сызрань город. Приближаемся. Уже утречко, несмотря на то, что 4 утра, уже светло. Окраина города. Сызрань город. Ребят, вокзальчик такой небольшой. Это видишь? Вторая станция, наверное, не основная. Все, ребят, покидаем город Сызрань. Здесь у нас Паша сошел на этой станции, а мы продолжаем свой путь. А ролик про то, как он нас провожал, можете посмотреть у него на канале. Ссылочка в описании, как обычно. Ребята, мы подъезжаем к станции Саратов. Город, к городу Саратов. Бывали здесь проездом не раз, но город еще не посещали ни разу. По радио нашего поезда продолжает вещать какую-то информацию, возможно, даже про город. Сейчас обязательно выйдем, погуляем. Мы только что проснулись, поспали после Сызрани. Пашу проводили. Вокзал, ребят. Правда, его сейчас состав заслонил. Езжаем мы не на главный путь, Максим Михайлович. Печально, да? Печально. Максим Михайлович побрился уже, свеженький. Снова как огурчик. Снова можно солить. Но, к сожалению. Чего? Не подмытый. Душек бы еще сходить, да? Ну, можно сходить, в принципе. Так завтра уже приедем. Что, 150 рублей? Завтра приедем, да, помоемся. На... Новокузнецк, Кисловодск. Интересное направление. Когда поедем в Новокузнецк? Может, из Кисловодска прямо? А давай. А поехали в Новокузнецк. Устроимся. Тур по Сибири. Да. Ребят, ну вот все, мы стоим на перрончике. Рада, перрончик такой, знаете, уже это... Как будто... Великой Отечественной остался, да? Скорее всего, бомбили. Нет. Ладно. Что это? Телега. Все покосилось. Надпись поистерлись. Да, но мы приехали, конечно, не на главный путь, далеко. Вот. Ну что мы знаем про Саратов, Максим Михайлович? Саратовская область. На берегу Волги находится. Да. Вольгский. Привольгский город. Приволжская железная дорога, станция. Вот. Тут-то кто живет под самыми окнами, вообще жесть. Да.
Шумно, наверное. Шумно. В 10 метрах буквально. Квартира расположена. Вот. Чувствуется, к югу подъезжаем и теплее становится. Да. Уже жарковато уже. Течет даже плечи вот так. Футболка. Черная, поэтому течет. Но мы решили тут сувенирчики посмотреть, да мороженое купить. Короче, ребят, помните, я вам говорил то, что мы следуем сейчас по пути, на котором следует поезд Перм-Адлер. Вот. Начиная с Ульяновска, мы все еще едем, то есть станции Сызрань и Саратов. А все станции на том же пути. И так будет следовать до Тихорецки, по-моему. А дальше уже это... Тихорецкая, это Кавказская. Кавказская? Нет, по-моему, Тихорецкая это Тихорецкая. Тихорецкая это Кавказская. Да? Да. Ну, сейчас узнаем. По-моему, нет. Все, Саратов. И он остается позади. Впереди из крупных городов, по-моему, Волгоград. Он вечером будет. Вечером, да? Волгоград. А до этого? Там должны быть подписчики. А вот эти все, Сальск, там, Метельниково. Нас никто не встретил. Они будут эти такие минутные. В Саратове, да. Нет у нас подписчиков из Саратова. Да, а вот в Ульяновске тоже нет, наверное. Но пришел Серега. Выручил Ульяновск. Да. Поддержал. А Димитровград же, это Ульяновская область, по-моему. Да. Поэтому он и поддержал. За всю область, ребят, отдувается. Специально приехал ночью. Да. Не стыдно? Чувак за всю отдувается. Область. Губернатор. Премию чуваку. Ребята, а у нас появился на столе торт. От Палыча. От Палыча. Появился он. От Палыча. Появился он благодаря нашей подписчице, да. Оксане из города Тольятти, которая нас встретила в Сызрани. Да, спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо. Вот. Выглядит очень красиво. Выглядит красиво. Есть. У нас же тарелочки есть. А, точно. Тоже так же. Передали нам. Специально тарелочки для употребления. Отлично, вот позаботилась. Да. Ну, все, молодец. Где тарелочки? Тарелочки вот там. Вот Саня с левой руки. Ага. Как это называется? Тортик. Палочка. Торт, честно, черносливом просто называется. Ну все, мы, ребят, чаечек попили. Спасибо огромное. Тортик. Да, поели тортик. Очень вкусный. Спасибо большое вам. Оксане. А? Оксане, да? Оксане, да. Еще главное, тоже примечу, что тарелочки позаботились о нас. Спасибо. Сейчас бы это... Сейчас бы пришлось салфеток есть. Угу. Точно салфеток. Ну ладно. А мы едем мимо уже, знаете, садов таких. Уже по-южному. Не похоже на наши огороды, которые у нас в Пермском крае. Какие тут... сады-то? У нас сейчас только что были. Вот. Такие там яблочки, яблоньки, маленькие деревца, такие кривульки. Да, с кривушкой. Да. Как поездка? Жарковато стало, да? Кстати, вот то, что вот они твердые. У меня даже спина маленькая заболела, пока спал. Да. А мне комфортно спать на таких твердых. Я люблю на твердом спать. Да? Мягкие, когда мягкая обшивка, все равно как-то поприятнее спать. Но. Тут твердо. Ну и что? Но зато она не морковитая. То есть все можно. Взял, посмотреть. Протерел, протер, да, и все нормально. Протерел? Протерел. Протерел, и все. Ладно. А мы что за цветочки? Это? Васильки. Хвощ. Бордовые. Ой, вернее, сиреневые какие-то.
Это хвощ свет. Сиреневый и глазково-голубого типа. Да-да-да, точно. Операция. Другие приключения. У нас, короче, у нас стакан где? Стакан. Ла-л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 а. Резко открывай стакан. Резко открывай стакан. Да подожди, не надо резко все. Салфетку давай. Ребят, у нас просто в соседнем купе охрана едет. Надо тихо. Купили где? В Екатеринбурге. Ну что? Екатеринбург. Где-то дальним завтрашнем. А что, грязный стакан? Это мой чай был там. Медок. Любишь медок? Люблю. Крышечку, как обычно. А, что, давай только знаешь, как сделать. Это я не знаю, вот моя. Включаться нет? Это Светина. Свет, это что я, да? Ты чай не пила. Итог. Орешки у нас есть. Что орешки у тебя? Ну давайте. Ну что? Континентальный завтрак. Блин, уборка. Твою мать. Сейчас иду. Быстрее, наверное. Быстрее. Я знаю, что делать. Что? Что? Отпивайте быстрее. Прошло 20 минут. А у нас? А воз и ныне там. А все почему? Ну все пошло. А все почему? Ой, наконец-то лосось с овощами по ань. Вот, вот я про это и говорил, это всегда такая штука бывает. По-итальянски. Давай. Это ты специально сказал, чтобы я открывал? Да. 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 Здесь мы наблюдаем степи Саратова. Степи. Начинающиеся степи. Зарождающиеся. До Волгограда будут степи. Наш континентальный завтрак резко перешел в резко континентальный обед. Континентального завтрака чего-то принудительно. Не хватает, да? Да, подожди, да. Я еще не сел воду. 2 минуты подожди. Саня хочет выйти. Витя хочет. Саня хочет. Япония. Япония. Италия. Италия. Танзания. Швейцария. Это Украина. Швейцария это? Украина. Хайнц. Финики это Иран. Иран. Израиль. 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 Адель это Казань. Пич пакеты чисто. Китай. Китай. Made in China. Или Корея. Корейские же вроде они. Мед. Мед все эти решки. Присыпать это все дело надо орешки. Яблоки турецкие. Брезный так. Да-да-да, он любит так. Шик-шик-шик-шик. Да, не брезный. Творческий порыв. Соль только посыпал. А не соль. Сам на себя. Да-да-да. Ух. Точно отскакивает, да? Короче, хорошо, хорошо у нас. В этом плане. С поляны у нас всегда. И ледок еще у нас. Ледок. И холодок. Холодок-то не купили в Саратове. Холодок тоже есть там, работает. Работает. Ребят, все дело в том, что у нас то температура меряет, то пылесос, то еще никакой личной жизни. Поэтому мы долго тут собирались. А теперь, ребята, тари-дара-ира, тари-дара-ира, пам-пам-пам. Сок. Это всего лишь сок. Апельсин. Теперь это уже сок. Прикольно. Мешается. Ура! И вы с нами тоже. И мы счастливы. Дом 2. На колесах. Вообще хорошо. Дом 2 на колесах не надо. А вот теперь можно еще сырочек. Сырочек, ледочек. Сало с медом. Серьезно так идет? Я промахнулся. Я упал сюда.
окном уже степи. Сейчас понял, что будет степи. Уже не земля. Приходите, Коля. В вагоне стало чуть попрохладнее. В купешке, правда, так. Относительно. Ребята смотрят кинофильм. Как называется кинофильм? Кислород. Кислород. В главных ролях Арнольд Шварценеггер. Как он смотрит фильм. Он слушает фильм. Алексей Михайлович слушает фильм. Выглядит хорошо. Ну, вы видели, мы покушали так просто плотненько. Сейчас на сон потянуло всех. Саня разгадывает ребус, загадки, шарады и прочие вещи. Следующая станция Петров. Вал. Остановка, ребят. Петров. Какая интересная автоматриса. Видимо. Ну и короче, у нас платформы там не хватило. Ребят. Выпустили только в этом вагоне. В следующем. Ну и вот там вокзальчик, ребят. Петров вал. Мы где? Петров вал. Населенный пункт так называется. Вот. Ну и этот РА-1 стоит. Автобус рельсовый. Я неправильно сказал. Это не автоматриса, это. Что? Рельсовый автобус он стоит. РА-1. Ну а я здесь уже, ребят, как и обещал, прибрался. Чистота, порядок. Скатерку убрали, потому что грязнущая уже вся, заляпанная. Вся в меде. Есть у нас любитель меда всегда с собой берет. Вот, и она стала прилипать, короче. Это все, что у нас осталось к чаю. Ну и тут всякая такая штука осталась. Едем уже, наверное, пригород Волгограда. А может быть и сам Волгоград. Я их и станцию не успел. Мне кажется, это уже Волгоград. Скоро родина-мать будет, покажем, как обычно. А ее все, ребят, показывают, все, кто проезжает мимо. Монументальное такое, конечно. Основная точка интереса Волгограда, да? Ну да. И Мамаев курган. Собственно, на вершине Мамаева кургана стоит. На вершине Мамаева кургана стоит. И стадион рядышком, ребят. Стадион через дорогу. Стадион будет, скорее всего, там, а родина-мать здесь будет, с этой стороны. А вот и родина-мать, ребят, призывающая всех воинов советских. Восстать против фашистского. Да. И как знаменитая статуя. Кстати, вот немножко, да, ее реставрировали, потому что два года назад я мимо проезжал, она полностью в этих строительных лесах была. И здесь как-то вот немножко далеко, да, и мы не можем здесь видеть вот ее вот, прям реально такие размеры, мы не ощущаем. На самом деле, если прям стоять у подножия этого памятника, это просто колоссальное строение. А вот стадион, ребят, прямо напротив Мамаева кургана. Фонтан, смотри, запустили. Красота. Один из стадионов чемпионата мира в России, который принимал матчи. Волгоградский Ротор здесь играл в этом сезоне, последнем. Принимал лучшие команды чемпионата. Но вылетел, к сожалению, из вышки. Необычный дизайн. Да. Ну, чаша, да, чаша. Такая. Thank you.
Федя. Бежит. Федя. Ну вот он. Волгоград. Знаменитый вокзал, да. Он мороженое сейчас купит. Мороженое охладится. Надо срочно. Я тарелочку хочу еще купить. Шишки. Я вам башкой стукнусь на холодное предложить. Холодная шишка, наверное. Внутривенно. Выходим, закрываем. Выходим, выходим. Так, что, выходим? Очередной подписчик. Эй, здорово. Привет еще раз. Здорово. Пошли в сторонку отойдем, чтобы не мешать никому. А то там, наверное, будет загружаться. Здорово. Как зовут? Влад. Влад, да? Да. Ну вот, даже двое нас, ребят, встречают. Вот, наконец-то. Набрались. Почти, почти полный состав. Андрюхи только не хватает. Саня сейчас, сейчас Саня выйдет. Да, Андрюха не поехал бы с нами. Решил просто небольшие презенты сделать. Да? Вот, каждому. Такой. Спасибо. По-небольшому, да. Ага, спасибо. Сейчас Саня выйдет там, дальше я-то еще Максим. Хорошо. Шайдуль. Так, давай это, я передам ему. Максим. Максим тоже это передает. О, карточку не давал. Да, карточка моя. Воу, круто. И это. Сейчас еще Влад тоже вынесем. Спасибо. Вот, так вот. Кстати, Влад, да, сейчас тоже. Как дорога-то проходит? Да ничего, хорошо, хорошо. Не устали? Есть маленько, конечно. Есть маленько. Ну, ё-моё, а ты как здесь? А я вот с Кавказа возвращаюсь сейчас. Да? Загорелый. Да, по мне видно. Все, а кто? Дагестана, да. Дербент? Дагестана, да. Привет, Андрюха. Андрюха. Да, всем привет. Ну, ё-моё. Сейчас в Архангельске. Пришли. Ну, все, ребят, однозначно рекорд. Ребят, подписчикам рекорд, реально. Да, в этом году подписчиков больше получилось. Да, после Владивостока, наверное. Да, да. Больше прибавилось. Да, ну прикольно, рады вас видеть. Кстати, хотел бы все-таки подписчикам передать привет. Да, ну, давай, вот, давай. Максиму Шайдуллину привет и огромное спасибо за подарки. Очень классно, мне понравились. Вот, и есть там подписчики, которые, ну, Туриниц, там, Паша, там, ну, Диншин, Журавлев, Твит, там, Илюха Калининова. Алексей, ну там и всем остальным, конечно, подписчикам тоже спасибо. Ну, вот и привет. Хорошо. Подготовился. Ну да, а я все заранее, так что я так знал. Он сколько ждал ребят, говорит, ну когда уже вы хотя бы мимо поедете? Да, да. И ведь повезло. Дождался. Передумали, могли бы через Москву ехать. Да. Вот. Мне вообще повезло, я в Сибири живу. Ты, да? Я здесь в отпуске. А где? Ну, Ханты-Мансийский округ. Ханты-Мансийский. Это где Приобье, Нягань, там. А, ну ясно. Я был в Нягань. Ну и Андрюха тоже повезло, случайно проезжал. Я сегодня утром еще был в Сальске, я уже в Волгограде. Хотя я мог не успеть. Если бы я поехал на Товарниках, то не успел бы. А я просто так. Сейчас в Архангельск. Сейчас в Архангельск? Ну, я через Южный Урал поеду, через Челябинск. Ну, я так понял, ты сейчас наездишь, наснимаешься, а потом уже спокойно ролики будешь, да? Вот вы сейчас смотрите, у меня выходят ролики по БАМу, а я уже в Архангельск еду. Ну, да. Прикольно. Только сегодня вышел ролик, ездили на отдых. Да. Порыбачить. Ага. Ну, мы вот буквально вот 2 недели назад сняли. Пока домонтировали, пока... А, я вот сейчас в автобус ехал, его посмотрел. Ну вот, ребят, Волгоград. Камера новая, хорошая. Да. Ну да, буквально вторая поездка. Город-герой. Андрюха тут рассказывает полную амуницию полную, да, рассказал? Да, только в сторис. Вся Андрюхина амуниция будет в сторис. Видите, у нас сторис. Они будут в актуальных. Там пройдете по ссылочке и все увидите. Ну и, ребят, смотрите, я не знаю, видно, не видно. А мошка, мошкара тут, это знаменитая, которая прославилась на чемпионате мира еще по футболу в Волгограде. Ты видел это, в Ульяновске фотографию, да, Сергея Сотова. Вот. Да, и Павел Туриниц. Как-то даже неожиданно, да, Павел появился. Паша нам ничего не говорил. Я даже испугался, да, зашел в бой. Да, ребят, мошкара летает. Мне даже в глаз уже одна залетела. Короче, ребят, мы... Тут тортик у нас еще есть, и мы думали, как мы его доедим, а вот он, оказывается, вот. Да, у нас возможности действительно. А кто предложил чай попить? Саня? Саня, молодец. Саня, молодец. Ну, сейчас он еще кипяточек. А что? Максим Михайлович, можно еще вот этот наполнить бокал? Чаепитие.
погоне. Да, даже неожиданно какое-то получилось. Мы обычно не чай предлагаем, но сами посуху идем, да. Так получилось, что ли? Так получилось. Ничего не бывает. Мы бы все равно его, наверное, выкинули, потому что не доели. Нет, мы его. Ну завтра бы он уже все, нас... да, завтра уже испортится. Ну мы в холодильнике бы, да, по-хорошему. Ну он сегодня, как бы сегодня нам дали-то его, он как бы еще за сегодня это не испортится. В принципе, вечером, может, и доедим еще. Ну да, вечером тоже еще поедим. Я просто говорю, что мы просто столько не съедим. В дороге-то аппетит хорошо, да, ездит? Ну реально, просто постоянно ешь да спишь. Аппетит просто постоянно. Ребята, некоторые пишут, чего вы все время жрете? Да, а что снимаетесь, мы целыми днями только этим и занимаемся? Мы тогда вообще ничего не будем снимать. Города все, да, переиграли. Да. Скоро мы уже поедем. Все уже, всех мошки заели, всех. Ну, так вот вечером на улице не погуляешь. Да. Заколебут они вообще. Ну, что, репеллентом напрыгнулся, да пошел. Ну, или так, да. Так. Подписчиков. Беда чемпионата мира была. Один подписчик, не скажешь, из какого-то города, потому что он постоянно куда-то приезжает. Нет, он в Ижевске живет. Андрюха в Ижевске. Он уже полгода дома не был, прикинь. Да. Ну, ладно, ребят. Еще раз, как говорится, вам спасибо. За кадром говорим. Вы уже не слышите через окошечко. Пока-пока, ребят. Мы дальше. И вы дальше. Рискованный парень. Саня все восхищается Андрюхиными. Да нет. Что-то я с ним поболтал, сейчас видишь. А в прошлый раз не удалось, когда мы в Бадик ездили. Там немного было, да? Вдохнулся, я не поеду так. Но прикольно было. Но уважение он заслуживает, конечно. Ну да. Не каждый, конечно. Да. Все, Сталинград. Хотя, по идее, не так сложно. Это не сложно. Это надо просто сейчас. Это надо себе позволить. Да. Сделать. Да. Вот если с ним разочек посъездил, я бы точно еще раз съездил. Наверное, можно. Можно сделать. Ну что, под впечатлением Волгограда? Прикольно, да? Да, да. Когда встречают? Городишко. Да, город-то, конечно, большой. Тоже, по-моему, миллионник, да? Или не миллион? Люди. Да. Да, кто-то что-то рассказывает, приходит. Показывает, лайфхаки дает. Как ехать между вагонами. Легко, говорит, час ехать. Да. Максим Михайлович, на Баку-то на одном не сможет час проехать. Час проезжать. Да, дискомфорт. Как же бабка? Прям так. Прям так, на ходу. Да. Что, фильмец качаем? Надо качать, пока свет есть. Что не спрошу? Солнышко в купашке так. Уютненько. А что у нас свет горит? Вот так вот. Там будет Волгодонский канал, который мы тоже будем.
вот, ребят, начинается уже Волгодонский канал. Вот там шлюзы, корабли стоят. А сейчас мы прямо поедем по мосту через Волгодонский канал. Интересные места, конечно. Подумываем мы, чтобы посетить Волгоград. Близлежащие места. Я думаю, как-нибудь заедем. Все-таки город интересный, исторический. Места интересные. Но мы уже сделали вывод, что в середине июня лучше не приезжать, потому что мошка это просто не дает покоя. Даже если просто выходишь из поезда. Шлюз? Да, шлюз. Канал соединяющий дом с домом. Это же сталинская тоже стройка, да? Да. Я помню, в пятилетке первые ее строили, в Волгодонский канал. Башен. Они как-то называются, а где-то еще, по-моему, Владимир Ильич, по-моему, там с другой стороны, там, в начале он стоит. Я скажу, как они называются. Башни дайте. А с другой стороны, ребят, там где-то Владимир Ильич в начале должен быть. Стоит там какой-то там, как, наверное, как обычно. А большая? Рост большой? Да нет, не такой большой. Вот. И как родина-мать? Не, разный меньше. Что, пойдем? Пойдем. А мы сейчас пойдем куда, Света? В ресторан. По ресторанам, по ресторанам, по ресторанам. Боже, ребята, кавказские музычки. Готовимся. Нам сказали, что, ребят, если даже пойдете на дискотеку в Пятигорске, то, скорее всего, будет там музычки такие местные играть. Колоритные. И будут лезгинки танцевать. Будут играть в центре канала. Ребят, все, короче, мы сидим. В вагоне-ресторане пришли. Мы с Саней попивка заказали. Барная. Три борща, да? Вот. Сейчас принесут нам. Ну, еще там. Ребята что-то заказали специфическое. Но мы-то без борща-то никак, ребят. Самое-то главное, это борщ. А там будет закат, ребят, красиво. Едем. Света что заказала? Как всегда. Все будет. Рыбка. И бутерброд. Да. Ладно. Все будет. Сейчас попробуем. Все расскажем. Ну вот, ребят. А ты что не записал, Света? Святыня. Святыня. Ладно, уж что, сейчас. Максим Михайлович попробует. А Роман Владимирович, Дэнс, ты. Изумительный. Да? Густой? Густой. Ну-ка, Саня. Ну-ка, Саня, попробуй. Просто ты не ел в абаканском борщ. Как будто кастрюлю помыли. Да. Ну что? Супер, очень вкусно. Да? У тебя что, сметана? Смешай со сметаной. А я же очень вкусно. Что это, зеленушечка? Нормально. Перфекто. Нормально. Горяченькое нужно потреблять. Хотя бы раз в сутки.
настольные игры. Как настольные? Настольные. Компьютерные. Напольные игры. Москвой бой. Классная игрушка, нам понравилась. Как скачать? Покажи значок. Сейчас включи. Бесплатное приложение. Бесплатное приложение. Максим Михайлович уже засыпает. Да, ну вертикальное приложение. Да. Вот. Горизонтальным, да. Горизонтальным. Да, да, да. Горизонтальное положение. Вертикальное положение. Максим Михайлович. Безобразие. Но, к сожалению, как это? Минус огромный онлайн игр. Проехали? Мы сделали одного. Разработали тактику морского боя. Хорошая игрушка. Короче, проехали мы Котельниково. А что это за станция Котельниково была? Мы же смотрели Котельниково. Вокзал Котельниково. Я проверила тебе на слово. Ребят, которые продают рыбку, там 3 минуты у нас остановки их не было, потому что уже темно. Они вечером, видимо, не промышляют только днем. Так что едем без рыбки, без пивка и так далее. Но пивка мы уже тяпнули в вагоне-ресторане, поэтому. Ладно, ребят. Максим Михайлович, у нас спать лег. Все. Конец уже. И лимончики. Сделай так еще, лимончика 2. Ладно, все, ребят. Начинаем уже дурачиться, не знаем, чем уже заняться. Все. Пока, ребят. Всем счастливым.